Инициатором встречи стал председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко. Вместе с начальником территориального отдела Расторгуева они приехали в Петрушино. Основной вопрос, волнующий людей, когда будет сделан ремонт дорог в старой части населенного пункта. И переулки там, в общем, где люди живут, тоже многие не обустроены, даже вот никаких там, хотя бы какую-то гравий там сделать. То есть, ну, пока вот работ нет. На собрании руководители разъяснили, что к дорожным работам приступят уже в середине августа. В целом же в деревне уже многое сделано. Ямочный ремонт у вас будет в этом году. В этом году вот уже часть дорог сделана. Спортивная площадка выполнена. Контейнерные площадки в прошлом году сделали. Да, это хорошо, конечно. Ну, детскую площадку сделали. Финансирование ямочного ремонта дорог на территории деревни Петрушино будет производиться из бюджета городского округа. Ямочный ремонт – это прямо в ближайшее время. Я вам обещаю, он будет. Мы сейчас посмотрим просто по месту, значит, где это надо скоротечно сделать. На сегодняшний год, естественно, уже деньги, которые были заложены, уже отконтрактованы, то есть отыграны уже конкурсы, и специализированные организации уже по каким-то видам работ будут заходить. Также жители жалуются на шум от железной дороги и трассы М4 Дон. Электричка, она вот временно проехала, трасса гудит все время, с раннего утра до позднего-позднего вечера. Как пообещал Станислав Радченко, будет проведена экспертиза и принято решение. Еще один вопрос, который был поднят на встрече – незаконный сброс канализации. Возникла угроза отравления водоносного слоя, так как у некоторых жителей на участках установлены колодцы. Руководителем территориального отдела будет организована административная комиссия и определены виновные. В режиме онлайн ваши все обращения поступают ко мне. И я, в принципе, отрабатываю именно в таком ключе, то есть сразу выхожу, смотрю, проблема в чем состоит, сразу направляю ответственным лицам, которые должны эту проблему решать. Также на встрече пояснили, что в деревне Петрушино будут продолжены работы по благоустройству. В планах обустройство тропинки к спортивной площадке и установка зеркал на дорожных поворотах. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Евгений Садовский, «Видное ТВ».